Ребят, всем привет! Ну что, сегодня хочу показать вам. Мне нужны кириешки. Вот таким образом. Конечно, лучше хлебушек, как говорится, вчерашний. Но сегодня у меня свежий хлеб. Но лучше вчерашний. И далее давайте с вами продолжим. Досмотрите видео до конца. Вы на канале в гости к Жанне и Сергею. Ну что, мои хорошие, давайте начнем. Всем все понятно. Буханка, хлебушка. Вот такими вот соломками режем. Дальше, ребят. Очень важный фактор номер один. Чеснок. Запечь головку, не зубчик, а головку чеснока запекаем в пластмассовом. В микроволновке 1-1,5 минуты. Смотрите по своей микроволновке. Аккуратненько. Таким образом, все это надо запечь, вынуть и мелко-мелко нарезать. Вот таким образом я его сначала хорошенечко помяла. Ребят, не свежий, запеченный. И вот таким образом потихонечку, мелко-мелко-мелко, целую головку запеченного чеснока приготовила себе емкость, какую-нибудь чашечку или тарелочку, чтобы вам было удобненько. Так, дальше наша фишка 70 грамм подсолнечного масла. Можно оливковое, можно кукурузное, но у меня подсолнечное обычно. И тут уже на любителя. Можно петрушку, можно укроп. Все очень быстро, просто. Самое главное, вкусненько. Вот такая кашица у нас должна получиться. Ребят, хлеб соленый, солить не стала. Но перчика немножко добавила. Ну и куда же без моей любимой куркумы. Чтобы наши с вами кириешки были симпатичные. Пол чайной ложки вот такой вот куркумы. Дальше берем, перекладываем свои кусочки хлебушка вот такую чашку, чтобы было удобно нашим с вами будущим кириешке перемешать с нашей основной массой. Дальше все просто. Псеем на противень пергамент. Высыпаем. Ребят, на самом деле блюдо занимает очень-очень мало времени. Вот смотрите. Вот таким образом растащила все на противне. Разложила. Ну, если не хотите запачкать руки, хотя я считаю, что таким блюдом, оденьте перчатки. Так, ребят, разогрела духовку до 180 градусов буквально 10 минут. Запекать до хрустящей корочки. Как только вот они у меня зажарятся, я вам обязательно покажу результат. Так, ребят, смотрите. Очень горячие. Вот такая у нас с вами красота получается. Сейчас можно в баночку какую-то, можно, я приготовила вот такую вот вазочку. В общем, запомнили, да, на буханку хлеба, 1 головку чеснока обязательно в микроволновке. Вот, даже если кому-то чеснок не нужен, в таком виде чеснок будет замечательный. Вот, смотрите, вот такая вот красота у нас с вами получается. Смотрите, чеснок у нас весь остался на противне. А наши кириешки, все, что надо, все впитали.
Вот. Можно с борщом, супом с гороховым, да и просто так, с пивом. Ребят, очень вкусно, очень быстро. Делаю я такое часто. Еще у меня есть такие же кириешки, только из лаваша, но там более они как на чипсы похожи. Видите? Вот такие вот хрустящие у нас с вами получаются. 10 минут при температуре 180 градусов. Все, мои хорошие, буду заканчивать. Мне они сегодня нужны небольшому мероприятию. Можно кусочки сделать поменьше. Ну, я уже привыкла, мне нравится так. Видите, сухие сползают. Ну что, мои хорошие, не забывайте подписываться на наш канал, ребят. Ждите новые видео, обязательно будем выпускать. Вот. Готовьтесь с любовью. Всем пока-пока. До новых встреч.